Последнее. Зоопарк Артадайду начал подготовку к зимнему сезону. Холода все ближе, и для животных уже подготавливают места для зимовки. Кроме этого, животные круглый год обеспечены качественными кормами и регулярно проходят процесс витаминизации. Юрий Осипов продолжит. Зоопарк всегда готов к холодам. Некоторые из питомцев не требуют особого ухода. В этот список входят и полярные волки. Климатические условия Якутии являются для них комфортными. Но вольеры все равно оборудованы так, чтобы животные могли укрыться от непогоды. Заморозки не коснутся только бурых медведей. Они будут спать. Они уходят в спячку где-то в начале ноября или в середине даже. И мы в конуру, в логово их, ложим сено, солому. Но они сами это тоже подготавливаются к этому. В зимнее время года многие животные будут переведены в теплые помещения. Но некоторые останутся в своих вольерах. Среди них два бизона, Саргуля и Илюша. Им нипочем наши зимние холода. Теплое помещение переводится якутские коровы, верблюды и козы из копытных. А из птиц переводится у нас павлина. Журавли могут находиться на улице до минус 20 градусов, после чего также переводятся в зимнюю квартиру. Перелетные птицы, вроде гусей, уток и лебедей, проводят теплое время на озере. Их переезд состоится в ближайшее время. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.